вас ваше не слышалось? Ну, только положительное. Мы все-таки выиграли двухматчевое противостояние. Очень непросто было сегодня. Чуть-чуть опять запоздали, где-то проснулись слишком поздно. Прекрасно понимали, как будет играть соперник, но тем не менее, как-то очень поздно включились, пропустили гол. И здесь уже все могло повернуться совершенно по-другому. Поэтому очень ребята молодцы. И первый забили достаточно вовремя, второй вообще хорошо так зашел в раскрытости. Очень хорошее ощущение сейчас, по крайней мере. Будем готовиться к следующему весну. Ваша команда сегодня так звучно включилась. Да. И сейчас. Мы должны были так играть с первых минут вообще. Что давлело, ну, как бы мы понимали, что соперник точно не намного там, ну, вообще не лучше нас, да, поэтому просто стали играть в ту игру, плюс более опытные ребята взяли на себя ответственность, взяли на себя инициативу, и это результат.